Приветствуем всех и надеемся, что футбольный матч, который мы с вами намерены посмотреть, никого не разочарует. Ну а помочь вам постараюсь я, Юрий Розанов, и мой коллега Василий Соловьев. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Закончилась атака ничем, будет удар от ворот. Может быть, это и вправду второй Марадона, это Месси. Допускаю, что может быть и в правильном положении был игрок. Что самый большой километраж набегал сегодня Иньеста. Ну, а что поделать, если он успевает и в атаке, и в обороне. Такой вот он полузащитник. Черка Бускетс. На ударной позиции игрок Барсы. Педро. Серхио Бускетс. Что творит Лионель Месси? Серхио Бускетс. Дани Алвес. Очень неплохо в отборе сыграно, да и в пору штрафная недалече. Отсюда может быть очень опасно. Пас в штрафную. Выдохнули зрители. Закончилась атака. Ждем новой, теперь уже от другой команды. Начинается она с удара от ворот. Руки голкипера с удовольствием забрали то, что само в них шло или летело. Соперник теряет мяч в середине. Серхио Бускетс. Обратная передача. Вот говорит Лионель Месси. Серхио Бускетс. Неймар. Давайте-ка мы попробуем вспомнить. Неужто не забьет? И все, судья фиксирует. Офсайд. Опасный момент уже в прошлом. Все, что остается партнером, это только открываться, только искать свободное пространство. А уж он-то туда мяч отправит с любой дистанции. Неймар. Игрок выполняет подкат. Пожалуй, что можно бить, это органично будет смотреться. Серхио Бускетс. Отличная передача пяткой. Подача в штрафную. И кажется, что мяч сам попал к защитнику, будто прилип.
Кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Педро. И по центру есть поддержка. Серхио Бускетс. Дани Алвес. Педро. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Удар по воротам. И вот такие минуты защитник как раз и кажется атлетом, который вот этим мощным ударом разряжает обстановку. Ёрничая над ведущими новостей, скажем так, в первом тайме счет не изменился. Я думаю, что грядущие 15 минут вполне себе повод для болельщиков обеих команд сказать, что наши были лучше. Ну и ответ диктует счет на табло. Посмотрите на арбитра. Судя по всему, перерыв он провел довольно-таки неплохо. Дани Алвес. Хороший проход и явно он нацелен на удар по воротам. Педро. Али. Серхио Бускетс. Подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. И практически по бровке, по правой подключение хорошее. И поглядим, удастся ли обороняющимся вынести мяч из штрафной. И игрок обороны выносит мяч за пределы поля. Да, я понимаю, думаю, надо бить и забивать. Соперника Барселоны. Серхио Бускетс. Ну вот эту игру в пас надо поставить, конечно, поэтому заслуга тренера очень велика. Маскерано. Дани Алвес. Серхио Бускетс. Нащупывают брешь в обороне соперника. И партнеры поддерживают и здесь, и там. Конечно, даром никто мяч не уступит. Надо похвалить защитник. Дани Алвес. Неточность. Соперник мяч перехватывает.
сильный вынос мяча, вратарь или защитник, кто там. Классический свободный удар. Синхронное решение тренера в замены в той и в другой команде. Игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. И вот после этого жесткого отбора мяч переходит в соперник. Маскерано. Короткий пас на Хави. Дани Алвес. Ну уж я не знаю, просто грубым фолом соперник должен прерывать это изящество. Пока просто катают мяч, возят соперник. Серхио Бускетс. И если пробьет отсюда, думаю, надо бить и забивать. Свисток все ближе, на трибунах становится все горячее. А вот смогут ли хозяева воспользоваться этим шансом и перевернуть все с ног на голову, покажет только игра. Судя по тому, как проходит игра, последние минуты должны быть самыми захватывающими, потому что ни у одной из команд нет явного перевеса по игре. Перехват в середине поля. Иньеста. Педро. Я бы порекомендовал защитникам быть повнимательнее, даром, что ал. Потому что отсюда-то можно добросить. Можно добросить в район 11-метровый отметки. Сил нужны для того, чтобы сопернику не дать разогнаться. Вот новый игрок и появляется. Думаю, надо бить и забивать. В данной ситуации оборона сильнее, грамотнее. Прострел не прошел. Настоящий. Если бы это был матч в рамках регулярного чемпионата, может быть, счет был бы крупным. Ничего нельзя гарантировать. Ничего. Выиграли, говорит, да. Ну как же им хватило? Да, не хватило самой малости. Заведомо.